Победительница Евровидения 2016 Джамала получила звание народной артистки Украины. Президент Петр Порошенко лично вручил девушке награду. Джамале в честь победы на Евровидении 2016 присвоили звание народной артистки Украины. Петр Порошенко лично поздравил певицу и сказал, что ее победа на песенном конкурсе порадовала огромное количество людей. Также президент заявил, что хочет, чтобы Джамала стала послом доброй воли ЮНИСЕФ. Как сама певица отреагировала на такую честь, пока неизвестно.